Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами новый карнавальный костюм для детей. И это костюм принцессы Рапунцель для девочек. Вот так вот выглядит костюмчик в запечатанном виде, в индивидуальной полиэтиленовой упаковочке. Вот такая вот яркая цветная упаковка, она уже с ручкой, очень удобно носить. Вот так вот выглядит костюм, он у нас уже представлен на упаковке. Вот сама Рапунцель, то есть костюм довольно соответствует мультяшному герою. Давайте рассмотрим товар. В товаре у нас визитка интернет-магазина. И посмотрим, из чего состоит сам комплект костюма. В товаре у нас парик. Рапунцель, конечно же, славится своими длинными волосами. И здесь у нас в комплекте идет парик с длинными волосами. У нас есть несколько вариантов принцессы Рапунцель. Есть с косой, есть просто с длинными волосами. Вот один из них с длинными волосами. Вот так вот выглядят длинные волосы у Рапунцель. Они на ободке одеваются. И здесь такой, как бы, сеточка такая идет, паричок. Вот так вот длинные волосы. Вот такие вот ободок с цветочками. Волосы, ну, такие довольно густые. Так вот парик выглядит. Далее в комплекте у нас брошка. Уже на брошке идет фотография самой Рапунцель. Так вот выглядит. Застегивается. И в товаре у нас идет длинное платье. Платье в пол. Вот так вот выглядит платье. Спереди оно на шнуровке, то есть вы можете развязывать и регулировать. То есть здесь еще большой такой довольно запас внутри. Вы можете регулировать по талии ребенка. Как здесь идет шнуровка, так шнуровка у нас идет и по бокам. Она тоже довольно большая. Тоже также развязываете и регулируете, либо утягиваете. То есть это очень удобно. Рукавчики у нас здесь фонариком идут, и далее они идут прозрачные. Вот такие вот рукавчики с цветной вставочкой блестящей. Здесь у нас по талии идет пайетки идут сиреневого цвета. Вот так вот они все переливаются. Далее низ платья у нас идет из двух тканей. Здесь такой ярко-фиолетовый цвет и сиреневый переливающийся. Разный материал. По низу у нас идет также вставка из пайеток и плюс такие белые кружева. Под низом у нас идет подъюбник из фатина, сеточка и атлас. Вот так вот это выглядит внутри. И давайте посмотрим, как выглядит платье. Да, платье длинное в пол. Сзади оно вот так у нас однотонное. Шнуровочка, как я уже говорила. И по спинке у нас идет молния. Вот весь набор комплект костюмчика. Это платье, брошка и парик. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.